Привет, YouTube, привет, группа. Хочу представить вам метровую фрезу для Motor Sich, предоставленную нам фирмой Пахарь. В комплект фрезы сразу входит переходник цепной, который дает возможность опустить фрезу ниже. В чем превосходство, на мое мнение, цепного переходника от всех карданных? Это простота конструкции. Открываем крышку, и здесь стоит цепь на звездах. Звезды все отличные, качественные, их не слизывает, как обычный Китай, их не слизывает. Крышкой закрыли и поехали работать. Замена цепи очень простая. Также присутствует натяжитель цепи. Для того, чтобы не болталось, вы можете спокойно открыть крышечку, посмотреть, как цепь работает, болтается, нет, натянуть ее. Крепление идет стандартное моторсичевские. Шлицы стандартные моторсичевские. Перейдем дальше. У нас есть сзади регулировка защиты с помощью вот такой вот планочки. Она продевается, и вы выставляете, какая высота защиты вам нужна. Также есть подкрылок, который не дает земле за вами высыпаться, за собой вернее, вам на ноги. В комплект входит две фрезы по 4 секции. На каждой секции 4 отверстия, на которые ставятся обычные стандартные ножи. Она идет без ножей в комплекте. То есть ножи вы можете докупить, либо поставить свои. Фреза сама литая, качественная. Ей ничего не страшно, ее не гнет. Ей абсолютно ничего не случается при любых нагрузках. В отличие, конечно, от китайских. Также большой и огромный плюс. Есть опорное колесо. У заводских вы можете работать только на максимальной глубине, что не есть хорошо для почвы. Не всегда вам нужно углубляться прямо аж катастрофически. То есть вы можете регулировать с помощью опорного колеса. Опорное колесо металлическое, на подшипнике, не на втулке. Хорошего качества, очень довольно толстое. И вот такой вот маленький обзорчик со стороны, как она выглядит. Компактно, симпатично, среднего веса, скажем так, не безумно тяжелая. Работать с ней можно будет спокойно, легко за счет опорного колеса. Нету нагрузки на спину, он не закапывается как бешеный, просто работает и приносит вам удовольствие. И еще раз повторюсь, цепной переходник в комплекте. Но если у вас уже существует фреза, вы можете цепной переходник купить отдельно. Также есть у фирмы Пахарь и усиленный редуктор, карданный, извиняюсь, и обычные карданные. Но я всем бы рекомендовал цепной. Прост в уходе и надежен. Еще раз повторю, идет без ножей в комплекте. Ножи нужно будет докупать отдельно при заказе, либо ставить свои. В отличие от китайских фрез, эти надежны. С ними абсолютно ничего никогда не случается. Все, всем спасибо, всем до свидания.